Здравствуйте, с вами Александр Безделов и коротко о текущем политическом моменте. На этой неделе в эпицентре политической жизни региона оказалась Тюменская городская дума. Орган, о котором, тут надо быть честными, вспоминает примерно раз в 5 лет во время выборов, уже второй месяц после формирования нового созыва постоянно о себе напоминает. И вот тут произошло сразу несколько интересных событий. Во-первых, конечно, стоит отметить, что от работы в городской думе отказалась и сдала свой мандат Елена Костылева. Она входила в состав фракции партии власти и была в ее перевыборной тройке на сентябрьских выборах. Там ее фамилия располагалась сразу после Степана Кирчука и Светланы Ивановой, которая думу и возглавила. Но больше Елена Костылева известна тем, что она в 2021 году стала учителем года, выиграв профессионально-педагогический всероссийский конкурс. Тогда она получила награду из рук министра посвящения России Сергея Кравцова и стала его советником на общественных началах. В конечном итоге это привело к тому, что преподаватель подала заявку на участие в праймерис партии власти и попала в ее предвыборный список, как известно. Партия получила 5 мандатов по спискам. По итогам голосования в сентябре Елена Костырева получила мандат, стала депутатом. Правда, как оказалось, недолго, и проработав меньше месяца, в конечном итоге она приняла решение сосредоточиться на профессиональной деятельности. К слову, она не первый депутат, который после сентябрьских выборов отказался от работы в городской думе. Сразу же после голосования отказался от мандата Герой России Рустам Сайфуллин и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Но не только депутаты уходили из Тюменской городской думы. Точно такие же процессы происходили в ее аппарате, который покинули люди, чьи фамилии давно стали легендарными для города. Например, должность главы аппарата Тюменской городской думы покинула Ольга Векшина. В региональной политике она известна была именно в этом статусе и по предыдущей, до 2018 года, должности заместителя главы города и директора административного департамента, или по-старому также аппарата мэра. Но вот до этого, с 2001 года, Ольга Векшина была руководителем аппарата губернатора Сергея Собянина. А чтобы был понятен политический вес этой должности, скажу, что именно аппарат губернатора занимается всеми кадровыми вопросами в региональной власти, а также наградами, поощрениями и вообще организацией работы органов региональной власти. Другой легендарный политик, один из тех, кто стоял у истоков создания муниципальной власти в регионе в постсоветский период, тоже может покинуть опять-таки городскую думу. Это Виталий Терентьев. У него не менее впечатляющая биография, чем у Ольги Векшины. Так, в 90-е и до 2001 года он был первым заместителем главы города, которым тогда был Степан Кирчук. Фактически, это был второй человек в городе, который занимался, правда, вопросами не политическими, а сугубо техническими. Он отвечал за земельные вопросы и ЖКХ. Что, сами понимаете, в 90-е годы было расстрельной должностью. Затем, с 2001 по 2003 год, он работал заместителем губернатора Ямала Юрия Ниолова по строительству. А после был назначен директором департамента ЖКХ администрации Тюменской области. Что и говорит личности легендарные, повторюсь, для тюменской политики, с которыми связаны большие и важные этапы развития города и области. На их фоне уход даже такого известного депутата и профессионала, как победитель конкурса «Учителя года», не выглядит чем-то впечатляющим и экстраординарным. Что и говорить. Еще одной новостью стала информация о том, что до Тюмени, похоже, так и не доберется председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер Жириновцев Леонид Слуцкий. Он, кстати, возглавлял список партий на выборах в Тюменскую городскую думу, но почему-то отказался от мандата. И вот недавно СМИ сообщили, что политик может приехать в Тюмень в ноябре, вероятно, чтобы понять, от работы в каком городе он отказался. Но вот ноябрь еще не наступил, а пресса уже снова пишет, но теперь уже о том, что Слуцкий в Тюмень не приедет. Хотя, конечно, визит политика, который возглавлял партийный список, был логичен. Тем более, что и на выборы президента России, которые состоятся в марте будущего года, он тоже, скорее всего, заявится. Но, видимо, не судьба, и мы так не услышим, почему депутат предпочел Госдуму работе в Тюменской городской думе. А хотелось бы. Возвращаясь же к международным новостям, можно отметить, что несмотря на то, что отношения между Россией и Западом теплее не становятся, тем не менее в главной военно-политической организации этой группы стран происходят конфликты, которые делают ее все менее монолитной, то есть в блоке НАТО далеко не все гладко. Во-первых, там есть проблема с лидером. И Йенс Столтенберг, находящийся во главе Североатлантического альянса с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще в октябре прошлого года. Но тогда замену ему нашли, и его полномочия продлили до сентября этого года. И вот уже ноябрь близко, а компромисса по кандидатуре следующего главы НАТО по-прежнему нет и, очевидно, не предвидится. При этом у основных стран-членов блока есть свои кандидаты, но преимуществ пока нет ни у кого. Ни у кандидатуры Великобритании, ни у кандидатов от США или Франции. И только одно противоречие, которое существует сейчас в НАТО. А ведь есть еще нерешенный вопрос приема Швеции в блок, против которого уже больше года выступают Турция и Венгрия.
И хоть в своем недавнем письме генсек НАТО Столтенберг выразил надежду, что к намеченной на конец ноября встрече глав МИДов стран-членов блока вопрос о вступлении Швеции будет окончательно урегулирован, так как, по мнению главы враждебного нам блока, все условия для этого шведы выполнили, турецкие власти, имевшие наибольшее количество претензий к новому члену НАТО, свое самое ближайшее время должны все-таки ратифицировать договор о вступлении в него Швеции. Но тут неожиданно в дело вступила Венгрия, парламент которой вдруг отказался рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО. По этому поводу депутатов от одной из оппозиционных венгерских партий сообщила, что инициативу заблокировала правящая партия Фидес, имеющая абсолютное большинство в парламенте Венгрии. И таким образом в настоящий момент Венгрия является главным препятствием на пути Швеции в НАТО после того, как президент Турции решил одобрить ее заявку. Замечу, что партия Фидес, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, которого считают одним из немногих сторонников России в Евросоюзе, тормозит заявку Швеции с июля прошлого года, утверждая, что политики королевства говорят откровенную ложь о состоянии венгерской демократии. А накануне министр иностранных дел этой страны заявил, что решение турецкого президента Эрдогана, который дал зеленый свет Швеции, не повлияет на позицию Венгрии. Она примет самостоятельное решение по данному вопросу. Каким будет решение и когда оно будет, в принципе, принято, власти Венгрии пока ничего не говорят. В общем, планы по расширению НАТО пока тормозят, и не факт, что к концу года что-то решится. И при этом не нужно забывать, что все это происходит на фоне раздрая на Западе, вызванного вопросом дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны некоторых стран Евросоюза и даже США. Та же самая Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС. То же самое грозится сделать Словакия, в которой сменилась в результате выборов правящая партия. Ну а о США отдельный разговор. Там избран новый глава Конгресса, которым стал сторонник бывшего президента Дональда Трампа, имеющий свой взгляд и на объемы, и на темпы финансовой и военной помощи Украине. И все эти конфликты на Западе, повторяю, имеют отчетливую, ярко выраженную тенденцию к расширению и разветвлению. Такой была эта политическая неделя. Спасибо за внимание. С вами был Александр Безделов.